Портовые власти. Так, погодите. Чувствую я, что это уже завершение игры. Может, нам вернуться в Венецию. И там, кстати, есть последнее задание с символом. Наверное, я так и сделаю. Ты Флоренция? Только через Форли мы можем попасть в Венецию. Я просто забыла, как нам туда попасть, я думала. Ну так мы сейчас и поступим. Поэтому давайте. Нет, мы можем в Венецию попасть. В Венецию, конечно. Всех ближе нам вот эта местность. И нам нужно последнее здание изучить. Там есть символ, который мы не нашли. Внимание! Все торговцы... Символ у нас находится где-то здесь. Я просто отметку сделаю, чтобы знать, куда двигаться. А нет, вот у нас еще страница кодекса одна. Значит, нам в первую очередь надо сюда добраться. Так, что мы здесь еще не купили? Что еще от нас требуется? Как я заколебалась выполнять это задание с торговцем, честно. Уже сил никаких не было. При том, что я его уже 4 раза убила. Но именно одна секунда, то, что у нас я его убила, и кто-то дольше секунды на нас посмотрел, из-за этого была десинхронизация. Мне уже все выбесило, честно. При том, что я не понимала расстояние между вот основными охранниками, которые стояли впереди, да, вот этими, в тяжелой броне. Одинаковая разница, что с одной, что с другой. Вот эти вот патрульные, которые периодически менялись. С одной стороны, я могла спокойно их сбросить снизу, там, где место для трапа, для подъема на корабль, да? А с другой стороны, я не могла. То есть я не понимала, почему. На 1 градус больше повернут, что ли? С одной стороны были они. То есть мне реально этого просто уже достало. После таких заданий сердце ожесточается уже, пофигу. Идешь на пролом. Как настоящий ассасин. Еще в башню каким-то образом мы с вами пришли. Страница кодекса. Форли у нас задание какое-то мелькает. Я уже боюсь. Один раз свалил из креста, и теперь уже осторожнее стало. Реально это напрягает. Я вижу сток сена. Ты прыгнешь? Я прыгнул. Отлично. Так, девчонок, где же вы были? Я вас искал по всей Флоренции. Нужна была помощь. Ага. Вот так мы сейчас рабочую силу запряжем. Девчонки, нужна помощь. Там одинокие мужчины скучают на своих рабочих постах. Нужно их занять. Так, ты знаешь, что делать. Отвали. Я слышу звон монет. Золото? Откуда оно? Я слышу звон монет. Так, давайте, нимфы, зазывайте.
Они еще и танцуют с ними. Че это такое? Письмо куда-то отправить? Почему? Идеальный брак. Мое письмо украли. Пожалуйста, найди вора, убей его, принеси письмо мне. Пожалуйста, не читай его, иначе моя жена Личи очень расстроится. Понятно? Любовницы опять замешаны. Так. Давай сразу с тобой на крышу отправимся. Не читай его. Охо-хо-хо-хо. Надо больно. Не так сильно ты нас заинтересовал, чтобы мы читали твое письмо. Ну, там ничего интересного. Я не могу этого сделать. Ничего. Такие подробности. Кажется, даже не стоит знать. Мало ли, потом еще не уснешь. Кошмарным сне не приснится. Что вычитаешь в таких письмах. Боже упаси. Ой, да как это вообще так получилось? Куда? Он делся. Меня видно, меня не видно. Так. Вот значит, где мы. Прикончи этого пса! Как это ловко у тебя получается. Черт, я не вижу. А, ты письмо украл. Это ты. Я так. С тобой, парень. Украл ты охранник, что ли? Где он? Ну, мы хотели его задобрить деньгами, ага. Да блин, чё ты все деньги бросаешь, я ж тебе выбрала. Хранит вас Бог, господин. Сфорца. Так, кстати, это не мы его сбросили с крыши, это охранник. Я еще подумала, почему цель не передвигается, куда она делась вообще. Раз так. Тогда ладно. То есть это не наших рук дело. А, у нас еще время-то не закончилось. Время, оказывается, еще. С тобой, может, даже успеем башню активировать. Все успеем. Все одновременно сделаем. Письмо отнесем. Да-да-да-да, там минута осталась. Сейчас успеем. Все норм. Так, спрыгивай вниз. А нет, там даже 2 минуты. Что можно не переживать сильно. Ну, чуть-чуть можно переживать, но сильно можно не переживать. Если опять нас кто-то в воду не сбросит, какой-нибудь охранник наглый, борзый. Можно вообще не париться. Можно вообще. Шикарно. Ну, если только так. Если только мы... жизнь чуть не угробили. Эцио. Отлично! Я знал, что на тебя можно положить. В последний момент могли провалить задание, но все обошлось. И иногда не угадаешь, иногда ниже он сваливается на смерть. Не понимаю, почему идеальный брак вообще это супер. Это говорит само за себя, что такое идеальный брак. Люди, покупайте, у меня оружие лучшего... Что нам починить нужно? Ремонт не нужен, так, а что у тебя? Доспехи вроде бы я все купила. Да. Оружие тоже. Нет? Булава есть какая-то дурацкая. Есть миланский меч. Мы его не покупали. Можно купить. Булавы вообще без понтово драться. Ну, можно купить, опять же, чтобы там увеличить стоимость виллы. Ну, вот смотрите, да? Блин. Надо было сначала то выбрать. Ну, в смысле, купить сначала эти булавы. Ладно, покупай все. А потом выбрать меч. Потому что, ну... я не хочу булавы драться. Шестопер. Заходите еще. Теперь возвращаемся
Так, мы куда возвращаемся? Мы возвращаемся... Где-то вот здесь, поблизости, должен быть символ. Именно для этого мы сюда и прибыли. Как вы помните, точно не тайные письма возвращать неверным мужьям. То есть мы пришли сюда не для этого. Так, на ту сторону давай тогда сразу спрыгнем. Венеция самый сложный город в плане, ну, как перебираться, да, быстро. От охраны прятаться. То есть, потому что здесь разделено все водой. Ну, здесь некоторые сложности были, конечно. Так, давайте с вами сориентируемся. У нас есть ориентиры записи. Это можно так сделать. Так, база данных, последние записи. И это было задание квартал. Нет. Это ли Мадонна дель Орта? Нет, если бы это, там было бы запись с Ребеккой связана, да? Значит, нет, значит, места. Дериальд. А, вот-вот это здание. Скола Сан-Марко. Вот это вот здание. Как мы с вами его найдем? Скола Сан-Марко. С какой стороны это? Списки новых штрафов, вывешены на всеобщее обозрение в здании городского совета. Там должен быть мостик. Как бы сориентироваться-то? Внимание! Никому не нужны деньги, все богатые. Все честные, такие как Эдсо. Доброй ночи. Доброй ночи. Не далее, как в прошлом месяце, виконт купил у меня 300... Блин, даже не знаю. Скола Сан-Марко. Как же нам найти это здание? Ну, что нам подсказки даете? Блин, с какой... Вот этот мостик. Как нам найти это место? В прошлый раз мы с вами бежали. Куда ты вообще ушел? Не знаю. Может, это здание? Серым отмечено здание, самые крупные на карте. Если не слезешь с трона, не дайте ему уйти. Помоги найти мне это здание. Быстрее. Мистер охранник. Скотина. Быстрее, скотина. Вот, 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 смотрите. Я вижу его отсюда. Быстрей, скотина. То есть непонятно, хотят ли они нас догнать или они нам помогают. Быстрей, скотина. Конечно, своему напарнику-охраннику. Быстрей, скотина. Даже не обидишься на такое, смешно. Так, где была скотина-то? Оттуда же я видела. Вниз, быстро! Вот. Все, нашли.
Происхождение видов. Кое-кто знает правду. Она вокруг нас. Знаки, карты, лица, документы, но... Но мы не замечаем ее. Понимаешь, мы... Мы просто слепы. Ну, на самом деле, везде знаки, во всем. То есть, те люди, которые пасут людей, те, кто управляет планетой, они везде оставили знаки. Но они хотят, чтобы все знали, что они всем этим управляют. Они, в принципе, это не скрывают, но это не так открыто. То есть, неосознанных пасут, и осознанных тоже пасут. Все в системе живут так или иначе. Вот, и они этим гордятся. Мы уже говорили на эту тему в Ведьмаке, поэтому что повторяться. Везде знаки, везде картины, авторы известные, между строк, в книгах много подсказок оставляют в книгах. Те правители, кто хотел людям донести правду, тех убивали. То есть везде подсказки. Опять эта двойная фигня, которую я не хочу сейчас сделать. Помогают добиться успеха тем, кто будет на их условиях, то есть в их интересах что-то делать. Да, если человек хочет рассказать людям правду, такому человеку будут перекрывать кислород, чтобы он что не знает, что он в благих целях захочет воспользоваться своей властью или своим статусом. Не для того, чтобы этот статус был, а для того, чтобы людям помочь в какой-то ситуации. Потому что, ну, мир спасти нельзя, потому что, опять же, начинать все нужно с себя. Но есть какие-то обстоятельства, на которые такие люди могут повлиять, да? Так скажем, облегчить жизнь простому люду. А это не в их системе. Если вы будете идти против системы, то она будет перекрывать всяческий кислород. Это программа, она просто невероятных масштабов приобрела сознание. Знаешь, что такое эгрегоры? Вот система — это огромная такая программа, в которой есть множество подпрограмм. Вот мне сейчас надо думать, в каком порядке это все делать, чтобы, блин, эта фигня... Ну, с помощью мыслей и массовая энергетика много чудес может сотворить. Так вот, люди сейчас и помогают тем, кто спят. Ну, я думаю, в какой последовательности повернешь там сверху, чтобы, когда ты будешь выравнивать рисунок снизу, на сколько поворотов ты нужно сместить.
Наконец-то! 100 лет не прошло. Далее. Я не могу этого делать. Или все-таки могу? А позволит ли это мне освободиться? Я чувствую, нож резает мою шею, как пуля попадает в грудь, как вода заполняет легкие, как из меня хлещет кровь. Пора выбираться отсюда. Он в анимусе чувствовал боль, как его убивают. Похоже на глубокий гипноз. Понятия не имею, что тут нужно сделать. Просто лицо растерянного человека, похожее на твое. Тут символы, что ли, которые он нарисовал у себя в этом, в комнате, да? Паук там был. Или 3 пирамиды. Вот эта фигня тоже была. Ну-ка. Править. О, подошло. Пишу вам по поводу высказанных вами опасений относительно шума в прессе. И в ученом мире в самом деле никто уже не верит в отсутствие промежуточного звена между древними гоминидами и современным человеком. Правда, нам нужно действовать. Мы не можем допустить, чтобы правда вышла наружу, ведь тогда они узнают об артефактах. Это приведет к хаосу. Закопайте наши искусственные скелеты в Эфиопии рядом с лагерем экспедиции Тима Уайта. Мы дадим им недостающее звено, и там будет сейчас скелет обезьяны, конечно. Рождение человечества мне становится дурно, когда я думаю о том, как все было на самом деле. Я вижу звезды. Мой разум далеко. Люси, я не могу больше ждать. Я готов. Она видит, как я замахиваюсь ножом. Объект 16, сессия 12. Ну что, не истина, все дозволено. Это объекты закрытые не по своей воле, а они рабы. А эти выбрались. Адам и Ева были рабами. Адам, она у меня. Ева! Осторожно! Ого! Мне не померещилось? Мы отправим видео на анализ, как только Дезмонд закончит. Ты в порядке? Все рабы даже не в курсе были о мире, который существует за пределами. Задать ему вопрос. Но выглядело все так. Может быть, это демовое яблоко и создавало эту программу, иллюзию, что сдерживало их внутри, во что они верили. То есть так было все создано, что, возможно, чуть ли не вплоть до воспоминаний их, которые были у них с детства, или историю
псевдоисторию, которую могли придумать, как то, что у нас в учебниках написано. То есть с помощью этого артефакта могли создавать иллюзию, в которую они верили. Ну что ж, ребят, мы разгадали истину, можно дальше не играть. Игра завершена.